Представляем команду «Вместе». Дамы и господа, мы приветствуем вас на очередной встрече между командами «Динамо Курск» и «Россия». Ladies and gentlemen, we welcome you on the match between teams, Bourges Basket, France, and Dynamo Kursk, Russia! Представляем составы команд. Ответственный зеро of the team. Bourges Basket. Number 4, number 3, Rambles. Number 10, number 5, Colin. Another 6, Alberto. Number 7, number 7, under Liam. And number 8, number 9, Captain of Commander, Captain of the team, Celine Dumas. Number 10, number 11, Helena Sia. Number 13, Joanna Lillian. Number 14, number 14, Pauline Genova. Number 15, number 15, Miriam Zekundade. And number 17, number 21, Lea de la Paz. Главный тренер, head coach, Валерий Парнер. Помощник тренера, Жерон Коске. Динамо! Атмосфера небольшого напряжения.
Адреналин уже начал бросаться в кровь. Ну что же, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые зрители, уважаемые болельщики, любители баскетбола. Приветствуем вас на нашей прямой трансляции из города Курска, где наша горячо любимая «Динамо Курск» принимает в гостях уже второй раз за буквально несколько дней гостей из Франции «Бурж Баскет». Мы приветствуем их, конечно же. И по уже приятной сложившейся традиции сегодня в студии сразу вот три комментатора. Конечно же. Я, кстати, не задали вопрос. Ой, я все потом расскажу, ладно, то у меня уже начинается. Безусловно, мастер не только баскетбола, но и комментаторского искусства, безусловно. Олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта Елена Рафаэловна Шакирова. Елена Рафаэловна, здравствуйте. Добрый вечер. И, безусловно, одна, знаете, как говорят про фильмы, точно так же можно сказать про следующего комментатора. Одна из самых ожидаемых премьер сезона. Игрок баскетбольного клуба «Динамо» Татьяна Виднер. Таня, привет. Привет. Отлично. Ну что же, сегодня решающий матч. Ни для кого не секрет, что он безумно важен и решит, выйдем ли мы в финал четырех Евролиги этого сезона, что, собственно, для нас будет очень круто. Ну, всем приятного просмотра, отличного баскетбола, болельщикам «Динамо» отдельный привет, и болеем за нашу команду, имеем, как говорится, на это право. Пока есть буквально секундочка, я объявлю быстренько состав команд. Я думаю, что начну с Буржа. Итак, номер 4 Роман Бернес, номер 5 Паулин Саланьяк, номер 6 Диандра Чачонг, номер 7 Эндене Мием, номер 9 Селин Дюмерк, номер 11 Елена Сиак, номер 13 Джоанна Лидем, номер 14 Паулин Джанало, номер 15 Мериам Джакундаде, номер 21 Лия Делаплас и главный тренер Валерий Гарнер. Ну и наш состав, безусловно, отлично известный болельщикам и зрителям нашей трансляции. Итак, номер 5 капитан команды Евгения Белякова, 6 Ирина Осипова, 9 Елена Милованович, 10 Эпифания Принц, 11 Мария Мясникова, 12 Анатолий Капсоне, 13 Кристина Аликина, 14 Людмила Сапова, 19 Ишил Албем, 21 Мария Хрусталева, 30 Никадия Гумики и 33 Симон Агастус. Главный тренер Гундерс Ветра. Наши бурные аплодисменты Владимиру за то, что он так четко прочитал французские фамилии. Ну, мне уже доводилось это делать один раз 3 марта, поэтому мне уже не впервой. Ну, во всяком случае, когда мы с Таней пробовали себя в качестве комментаторов основных здесь тебя, у нас это очень плохо получилось. Ну, я немножко потренировался еще, чтобы перед французами не ударить грязь лицом. Я надеюсь, где-то там нас услышали. Да, нас слушают во Франции, я просто знаю. И как раз, когда смотрела трансляцию из Буржа, комментировала моя подруга. Она сейчас вышла замуж, поменяла фамилию. А до этого мы с ней играли вместе. И я узнала ее по голосу, и потом мы с ней позвонились. И она говорила, я слышала тебя по трансляции. Я говорю, я тебя слышала. Из Франции по трансляции. Говорит, ну вот и пообщались. Отлично, да. Вот была общая тема для разговора. Уже хорошо. Я думаю, сейчас она тоже, конечно же, слушает. Старт состав «Динамо Курск». Он, в принципе, хотя нет, немножко, наверное, неизменный последние несколько игр. Итак, номер 6 Ирина Осипова, 10 Эпифания Принц, 12 Анетли Капсоне, 30 Мкадзи Агумики, 33 Симон Агастус. У Буржа номер 6 Диана Чачонг, номер 7 Эндене Мием, номер 9 капитан команды Селин Дюмерк, 13 номер Джоанна Лидем и, если не ошибаюсь, номер 11, да, Елена Сиак. Ну, заметим, да, что 5 номер их Саланьяк не выходит в стартовые пятерки, да, но все время досаждает нам своей игрой, своей такой, сказать, спортивной наглостью и по-спортивному злой игрой. Да, тем временем мы выиграли в форме, но все так не сложилось. Но первая атака, да. Ну и у французов тоже не получилось. Это очень хорошо, это замечательно. Но, вы знаете, мне кажется, Саланьяк, она такое оружие секретное небольшое, которое... Может быть, первый был секретным, но во Франции, во всяком случае, она сделала, на мой взгляд, перелом такой, когда убежала, этот спортивный фол там. И... Да, сейчас вот хорошо собирали, Вера подкольцо хорошо провалилась и забила легкие 2 очка. Уложил защитницу на пол. Привет. Да, ну опять игры начинаем так в спокойном темпе, без нервов, обе команды пока. Понимаешь, что впереди 40 минут напряженной игры. Ну и к тому же, я думаю, что все-таки сезон близится к своему завершению, и у некоторых
силы уже не совсем те, как были в начале, это безусловно. Поэтому я думаю, на концовку матча что-то нужно оставить. Если это из этих соображений, то только радостно от этого. Ну, будем болеть за нас. Ну и все не пока, а все время. Все время. Ну, да. Ближайшие 40 минут точно. А потом все остальные мы уже будем смотреть. Ну, когда игра, болеем. Когда нет игры, все равно болеем. Короче, вы были правы, я просто так сказал. Отличная двойка. Да, очень хорошо. Казалось бы, все уже знают, что FIFA играет очень хорошо и пикинг-ролл, знаете, да, и должны были что-то подготовить, но все равно из игры в игру она у них проходит и очень хорошо получается. Ну, Сияк продолжает мучить нас под кольцом. Ну, мне кажется, оба их, вернее, даже три больших игрока у них сейчас, да, на площадке, они все мучили нас под кольцом и во Франции. Ой-ой-ой, опять, вот точно такая же, да, ситуация была вот тогда в этом, во Франции, в Бурже, когда перехватил, но тогда это была Солоняк. А сейчас вот видно, что французы хорошо выучили наши комбинации и смещаются заранее туда. С фолом, да. Есть, отлично. Это хорошо, что Сияк будет получать персональные замечания, чтобы побыстрее нужно ее посадить на лавку. Вы знаете, у многих болельщиков, вот могу сказать точно, были некоторые сомнения и разговоры, так сказать, по поводу игры Неки именно во Франции. Говорили о том, что игрок очень устал, то, что она, ну, не шла на подборы и так далее. Я думаю, что на домашней площадке, на домашней паркете будет все совершенно по-другому, да и в любом случае все это лишь мнение болельщиков. А я хотела бы тоже сказать, что просто Нека болела перед игрой здесь, которая была, и, соответственно, она туда поехала, кстати, выздоровление тоже. Так что... Я думаю, что это нужно знать болельщикам, потому что они... Сейчас хороший подбор был, но передача такая, как практически из рук в руки на коробке, но она не прошла. Зал поддерживает хорошо наших девчонок в защите, но, тем не менее, все равно забивают французы. Да, сейчас сместились все к большой. Ну да, думаю, что все-таки пойдет передача под кольцо, чтобы наверняка забить. Очень хорошо, Ира, молодец. Отличный пас. Ну а то, что касается, что Нека болела, мне кажется, иногда, когда ты болеешь, это проще собраться и сконцентрироваться на одну игру. А вот когда уже в стадии выздоровления, когда уже организм потратил все силы на то, чтобы выздороветь, да, как раз их и не хватает уже этих сил на площадке пока. Ну, два броска сейчас посмотрим от Неки. Есть первый успешный. Кстати, вот Джоанна Лидом, которая нам забила уже 4 очка, она была одна из трех, так сказать, триумфаторов игры французов здесь у нас в прошлый раз, 3 марта. Набрала она, если не ошибаюсь, 12 или 14 очков. Да, Нека промазал второй штрафной. Вот когда Дюмер делает осмотр, мне все время кажется, что она делает это с пробежкой. Но судьи как бы... Ну, хорошо, она это украла, да, еще у большого там. Ну, и потом Нека попадает под такой тяжелый пресс, скажем, силовой. Там постоянно идет эта борьба, толчки силовые. Сложно там под кольцом? Но они очень здорово ставят спину, я вот наблюдал в трансляции, да, и в атаке, и в защите отскакивают на шаги. Ну, вообще, французский чемпионат вообще отличается такой жесткостью. Там судьи позволяют очень много жесткой игры. Там это вот, как говорится, вот эта трехсекундная зона, зона смерти какой-то. Как туда вошел, обязательно от кого-нибудь получишь. Да, и думаю, вот то, что смотрел трансляцию, они очень активно, очень агрессивно играли. Ну, хорошо она сейчас, конечно, достала этот мяч, как бы у меня нет до прыжка, но вот какой-то чутье, и вот он внизу этот мяч чуть-чуть накрыть, не в самой высшей точке. Сейчас будет повтор, будет видно. Да. Еще игрок только начинает нести, она его в этой точке ловит. Тяжелая тут ситуация была у Неки, поэтому не будем ее винить за промах из-под кольца. Ира там осталась на краю, а... Хорошо, перемолвается. Ой, как борется, молодец. Не, нет, ну неужели она будет бросать? Ну, между прочим, вот 7-й номер достаточно... Вот тут пошла по дыру и просит фаулы. Хотя мне показалось, что она сама руку убирала. Да, она бы укрывала ночью, и поэтому...
А седьмой номер Индоне Мем хотел сказать по поводу трешек, да, вот Сиак не бросила, а вот седьмой номер Мем может себе такое позволить, и причем не один раз за игру. Ну, он, честно, это в первой игре она у нас не попадала на площадке ни среднюю, ни дальнюю могла забить. А вообще она не хорошая, средний дальний бросок мягкий для высокого игрока. Ногой, да, сейчас сыграли, девчонки. Мне очень нравится потенциальное соперничество в плане того, что обе команды, которые сейчас на площадке находятся, обе были и до сих пор, да, пока что непобедимы в домашних стенах. Да, они обе вот сохранили. Сегодня кто-то Отлично поменялись. Да, и можно было и пробежечку дать. Ну, тут это какой-то странный бросок. Второй раз уже Дюмер пытается спасти на исходе времени. Да, именно спасти ситуацию, потому что уже время кончается. Если я правильно понимаю, только лидеру можно, да, так делать? Да нет, я думаю, что она просто самая опытная, плюс разыгрывающая, видит ситуацию эту. Смелая, вперед. Хорошо, вот сейчас неплохо тоже сейчас сыграли. Тоже хорошо сыграли, как по книжечке. Еще травный. Ноздря в ноздрю с самого начала. Как-то быстро 6 минут пролетело, я даже не заметил. Ну это да, и сложно было ожидать, что кто-то из команд оторвется. Команды друг друга изучили, манеру, стиль игры. Плюс они, сейчас эта победа очень дорогого стоит. Поэтому я думаю, что вся игра будет на нервах. Левой рукой ближний к защитнице. Анетта сама левша, и Дюмер левша, и все равно не смогла Анетта помешать ей. Ну, если сказать так по игрокам, наша команда, конечно, по игрокам более, так скажем, именитая, у нас более такие звездные игроки. Но не будем забывать, что Бурж, я не помню, сколько лет уже подряд играет в Евролиге, и играет очень хорошо, и играет в финале четырех. То есть они опытная команда, которая играет в Евролиге. Фол, отлично. Замена у нас, ну, в принципе, и у Буржа тоже предвидится. И вот выходит как раз у нас Елена Милованович вместо Ирины Осиповой и та самая Солоняк, о которой мы говорили. Да, ну то, что она творила во Франции, какие-то неимоверные проходы просачивалась между двумя игроками нашими, каким-то там снизу броском умудрялась забить очень сложные мячи. Я думаю, это домашние кольца, поэтому она попадала. Молодец, она там. Еще один бросок. Здорово. Молодец. Ты же штрафной, все. Точно все. Выходим вперед. Пусть на одно очко, но тем не менее, именно оно и может стать решающим. Ну, как говорят, одно очко – это победа, два очка – это разгром. А вот Дюмер. Дюмер бросает вообще абсолютно оттуда, откуда захочет. Да, она делает то, что она видит и считает нужным в этот момент совершить. Она опытная. Ну, у нас... Хорошо пришла на помощь. У нас тоже есть один такой замечательный персонаж, который бросает абсолютно с любых позиций. Если она видит так, значит, она так и сделает. Это вот как раз тот человек, который сейчас будет вводить аут, да, Симона Гастас. Ну, я думаю, что этот человек... Столько много умеет на баскетбольной площадке, что может себе позволить это тоже. Абсолютно. Есть! Да. Подтверждение наших слов. Мне кажется, она нас сейчас так за пояс, в частности, меня так заткнула просто. Что ты там сказал? На 15-12. Как ты сказал, я не умею это говорить. Еще одну заменку у нас готовится. Немножко даже неожиданно, как да. Я бы сказала. Лида, ну вот может она. Ну, может такие мячи забивать, да, и забивала, но хорошо. Удача пока на нашей стороне. Ой, ну как оставили Эпифанию, очень... и здорово! Но они очень сильно ногу останавливали, чтобы она не пошла на кольцо, и тем самым упустили Эпифанию Принц. Заступила, мне кажется, Лидом вот до момента передачи мяча Солоняк. Да, конечно, там опустила на руку, и судья это увидел. Еще приблизительно вот по половине четверти играют первые номера у Буржа, да, Дюмерк, и вот сейчас выходит Бернес, ее поменяла.
И они прям душили просто Эпифанию во Франции. Ну, сейчас пока, в принципе, не так это заметно, но тем не менее. У них, наверное, задача такая была, что ли? Ничего себе, по-моему, весь, да? Все поменялись. Ну, не все, но много, да. Четыре игрока, да. Да. Джон Уотт, 14 номер, появляется на площадке и возвращается. 7-й Индономия. И вот вновь лидом. Все складывается для нас удачно. Ишил появилась на площадке, не сказали мы, да, об этом. Ишил Албен поменяла на Эпифанию Принц. Хорошо, очень здорово. Своевременный пас, да? Вот передача, ага. Это нечто. Ну и вот как раз тайм-аут, да, я думаю, нужно было, как бы это неправильно не звучало по отношению к нам, но сбить немножко наш темп, и, собственно, Бурж этим и занимается. Я хотел вспомнить вот что. Вы не представляете, я, значит, прошлую игру с вами тут не был, я вел ее на площадке. Захожу я, значит, на сайт, открываю я вопросы. И что вы думаете? Мне прислали даже вопрос. Я уверен, что он, может, хотя не уверен, не услышит ответ, но тем не менее, мне задали вопрос следующего характера. Значит, в бильярде есть такой комментатор под моей же фамилией, Черемисин, и меня спросили, родственник ли он мне. Скажу честно, я не знаю. Может быть, так, но в любом случае, если он комментирует бильярд, то он просто мэтр. Я просто восхищаюсь тогда, потому что мне кажется, это безумно сложно. Самое сложное, что мне доводилось комментировать, это был настольный хоккей. Но это тоже, извините меня. Мне кажется, нету простого комментаторства, будь то лыжи, будь то хоккей, настольный или обычный. Это везде сложно, потому что это игровые виды спорта, это сложно. А там, где идет гонка на лыжах, например, это тоже сложно, потому что надо объяснять людям, что происходит в этот момент. Да, в любом случае, я с вами согласен, но если брать, например, игровые виды спорта с мячом, вот, например, футбол, да, и баскетбол, или хоккей с шайбой возьмем, скорости совершенно разные, площадка на футболе, у вас есть время, как у комментатора, что-то объяснить, немножко подискутировать, особенно если не один, я имею в виду масштабы, да? Ой, здорово защищает шайбу. Да, а хоккей с шайбой даже не видно. Абсолютно. Сейчас хорошо мы играем в защите. Здорово. Фол, да. Ну, фол такой-то, чтобы остановить, это было понятно сразу. Очень агрессивно защищались мы сейчас. Первый фол Паулин Джанало. Ну, уже 4 фол, а у нас всего один. У нас всего один, мы совершенно не грубо играем. И следующий фол будет уже... Ну, при этом мы очень хорошо сейчас защищались. Ишил, конечно, не так уверенно себя чувствует при пик-н-ролле, как Симон или как Пив. Но она и меньше времени на площадке проводит. Да. Есть! Симон Агастус, 21-12. Неплохо, неплохо. И заменка вновь у Буржи готовится. Чачон вернется на площадку, если успеет. Ой, здорово, Ишил. И вновь отзащищались мы, да, отпрессинговали их нападение. И... Ну же! Анетта боролась, конечно, до конца, да, и да. Фол. Два броска в исполнении Анетты, но это мы увидим, да, я так понимаю? Да, и вот идет на замену капитан нашей команды, Женя Белякова. Будет она менять Анетту, да? Да, и двойная замена сразу же у Буржа, Чачонка и капитан Селин Дюмерко появляется на площадке. Да, ну сейчас, при том, как вышел другой плеймейкер, сразу поменялась игра, и мы сумели оторваться, уйти в отрыв. Очком. Есть. Ну, у нас пока два явных лидера. Это Симон, Агумики и Ика. Есть. Знаете, я 50%, конечно, хотел забития вот этих штрафных, потому что это наш общий результат. И 50% я хотел только потому, что она свою статистику так вот продлела дальше. Уже 5 из 5 у нее штрафы. Это здорово, 100% попадание. Я думаю, что мы Дюмерку немножко разобрали, да, отдельно, чтобы против нее, потому что два матча она на самом деле очень много неприятностей нам доставила. Ну да, и сейчас вот с ней плотненько так сыграли там. Пусть по лицевой бегает.
И вот вновь ее проход в правую сторону регулярно. Она в той игре очень, Жене с ней было очень сложно справиться. Ну, скажем так, она с ней не справилась. Сейчас опять Солоняк на площадке, опять ее держит Женя. Ну, наверное, надо было какого-то другого игрока. Все-таки под нее постоянно уже знаем, что, как она играет. Наверное, увидела на табло, что время заканчивалось. Да. Но, тем не менее, счет 23-14. Мы уходим на первый перерыв двухминутный. Есть у нас отрыв 9 очков, и это очень хорошо. На своих экранах вот наблюдаете сейчас счет и группу поддержки баскетбольного клуба «Динамо». А можно я пока воспользуюсь паузой, спрошу, Лен, а как тренер, вы бы как сделали, если бы вот, как правильнее вам кажется, если соперник выпускает игрока, например, ту же Солоняк, ну, да? Солоняк была уже на площадке, да, и эта замена, когда мы видим Солоняк на площадке, может быть, надо было подумать, кого под нее. То есть, как бы, Эпифанию, может быть, надо было поставить. Решил поставить, допустим, на уже на Солоняк, а так как она побыстрее, поагрессивнее, а Эпифанию поставить на Дню. Поняла. То есть, зависит от соперника, да? Да. Как бы, потому что этот тот игрок, который нам досаждает и может сделать перелом в игре. Перерыв заканчивается, и наблюдаем за второй четвертью. Напоминаю, счет 23-14 на ваших экранах. Как раз-таки сейчас Паулин Солоняк, и она будет вводить мяч в игру. Состав у «Динамо», собственно, тот же, что и уходил на перерыв, поэтому, думаю, вы сами все прекрасно видите. Сейчас вот случилась смена, поменяли девчонки, но защищались, молодцы. Нека, да, не дала получить передачу Элене Сиак. И за лицевой уже Селин Дюмерк. Ну, у них остается 10 секунд на то, чтобы провести подготовленную атаку. Чачонг. Дюмерк, она бросит, безусловно, и... Она уже бежала к тому, чтобы бросать. И простила нас немножко, скажем честно. Она пока нас Лена! Прощает всеми бросками. Что ж такое? И вновь против Неки. Два, да? Два больших сразу же против нее защищаются. Очень грубо это было и здесь, и во Франции, и вновь повторяется. У Жени что-то случилось? Нет, у нее на руке повязка, ну, то есть браслетик или там веревочка. Я попросила закрыть. Я бы очень хотел, чтобы уже не пошел бросок ровно так же, как он прошел в первой домашней игре против Буржа. Ну, это было очень красиво. Да. Это было 4-4. 4-4, все правильно. 4-4 трешки. Вот сейчас, ну, Симон забьет. Здесь. Без вариантов должен. Ну, я поторопилась. Немножко. Я забила, да. Но я почему-то была уверена, что большого она в поле накрутит однозначно. Фол, да, безусловно. Но я думаю, что если бы Симон не сфалила, то Чачонг прошла бы ее легко. Вот можно мне подсказалось, она подскользнулась и уже четко поняла, что надо фалить, как грамотное решение, чтобы не пропустить своего игрока. Ну да, тем более у нее это первое персональное замечание. Неплохо сейчас Дюмерка разобралась с Ишил. Посмотрим, что будет дальше. Сяк. Опять прощают, здорово, нам везет. Это... Звоночек такой опять, еще один. Дюмерк трешку промазала, и вот сейчас. Ну, не забывайте, мы же дома. Ну, это да, но тем не менее. Очень хороший мяч сейчас Лена забила в неидеальном таком проходе. Силовым, можно его так назвать, да? Ну, сейчас готовится обратная замена. Наверное, или просто она идет на замену, скажем так. Чичонг.
Есть, да, 25-16. Чуть-чуть, да? Ты говоришь чуть-чуть? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Лена, здорово, выждала и есть. Первую подняла воздух, она приняла, не родители не мешать, так скажем. Слушайте, ну они просто не дают развернуться нашим девчонкам под кольцом. Вот седьмой номер, Мием, и Сиак, 11-й. Хорошо не видит сейчас, что Сиак осталось всему. Да. Ну, сейчас, вот, мне показалось сейчас Лене, что свисток, был свисток, да, от судей, и поэтому она остановилась, думаю, что что-то случилось. Ну, Чачонг в своем стиле, так сказать, забивает. Лена, пробежечка, фол, да, наверное, нет? Нет, фол. Там даже можно было два подряд дать фола. Жалко, что так в баскетболе нельзя. Насобирать по дороге, да, несколько минут пройти. И сразу все пробили. Ой, я отвлеклась, а счет у нас 27-18. Ну, мы держим преимущество. Не отпускаем. Да, держим те же 9 очков. Не подпускаем у соперника ближе. Ну, ничего. Лене просто надо поправить немножко свое оружие. Перезарядить. Перезарядила, я думаю, сейчас. И в яблочко. 28-18, прошу прощения, так сказать, равный счет. Очень неточная, да, очень неточная передача. Это заслуга наших девчонок, которые работали и на мяче, и в борьбе за позицию. Кстати, Нека уже второй раз не дает получить мяч Сиак, когда мы видели аут с левой стороны дуги нашей, и вот сейчас. Это вот как раз всем тем критикам игры Неки. Здорово! Очень увидела красиво, Женя. Да. Нека открылась. Ну и Неки очень хороший заслон поставили в спину. И вновь Солоняк. Странно, что она затормозила. Ну там перед ней была Анатолий Капсуна, которая умеет защищаться, любит защищаться. Ну и вот сейчас Мием, да. Ну, Мием, вот так можно сказать, есть игроки, которые вот друг друга побаиваются или там с опасением относятся, да, вот Мием как раз-таки вот Лену на руку не боится, может, потому что знает, что Лена не очень накрывает, как Нека. Но... Евгения Белякова, здорово. Она бросает более спокойно. Ну, Женя не стала отходить, ничего, копилку, она тут же ответила той же монетой. Аннет, здорово прессингует. И поменялись, там здорово, что ничего не прошла комбинация. И вновь Дюмерк прощает нас. Да, и Нека очень хорошо там поборолась, а Лена на подборе. Женя, совершенно одна, не сразу ее увидели, она бы, я думаю, исполнила трешку в своих лучших традициях. Аннета! Аннет. Есть! Запишите, пожалуйста, 10-е персональное очко Аннеты Капсоне. И тайм-аут. И 35-20, да, безусловно, тайм-аут. Ну, 15 очков для такой игры. Честно говоря, я, например, такой разницы не ожидала, что возможно. Ну, вот, как говорится, с языка сняли, Ирина Файловна. Я тоже не думаю. Я думал, что, ну, 24-20 в любую из сторон. Ну, чтобы 35-20 во второй четверти. Ну, хотя еще не все сказано, это безусловно. Не, ну все равно выходить с такого, когда ты проигрываешь минус 15, возвращаться в игру очень тяжело. Вы знаете, исходя из последних матчей «Динамо», на нас это не распространялось. Ну, будем надеяться, что на Бурже это распространяется. Да, верим в это и болеем за наших девчонок. Вот можно повторы посмотреть удачных моментов за 4 минуты игры второй четверти. Вот проход Чачонг. И отличные вот два очка Елены Милованович, когда она здорово подождала, пока Мием пролетит через нее. Группа поддержки баскетбольного клуба «Динамо». Вот уход их был виден вам, уважаемые зрители. И у нас замена. Замена происходит. Вместо Неги появляется у нас Ирина Осипова. И вместо Ишил появляется Эпифания Принц. А нам сейчас показывают зал. По-моему, вот я впервые вижу, чтобы люди стояли в проходах, сидели на лестнице. Ни одного свободного места я вот, ну, не вижу. Да, можем с полной уверенностью сказать, что сегодня в СКК аншлаг. К счастью, что мы не Регина Дубовицкая. Надеюсь, да, не будет так сильно весело у нас. Ну, подождите, доживем до перерыва.
не идет сегодня. Они не идет. Я, может быть, немножко приоткрою тайну. Они не тренировались, по-моему, сегодня. Они, по-моему, прилетели только. Если я не ошибаюсь. Может, конечно, ошибаюсь. Ну, в любом случае, не будем использовать это как оправдание, правильно же? Да. У Лены не совсем получился трехочковый, еще не пристрелялась она до конца. Ну, для француза вообще эта дорога очень тяжелая. Им пока добраться из Буржа, там, да, ну, через что они идут, через Париж. Для них в любом случае дорога очень тяжелая. Ну, они сюда прилетели чартером. И... А, ну тогда, конечно, им немножко попроще. Им, да, им повезло, наверное, может, они знали, что... И фол, да? Фол дают Евгению Великову, хотя я не совсем понимаю, за что. Давайте посмотрим повтор. И зрители тоже не понимают, да, что случилось. Да, безусловно, довольны. Но она очень долго вот момент, прошла. Смотрите. Вот лидом. Что сделала? Корпусом немножко оттеснила ее, может быть? Мне кажется, она просто до этого беседовала пару с судьями. Да, она уже несколько раз объясняла судьям, что были фолы, а они не дали, видят, да, их, да. Выпрашивает, значит, лидом, если бы фолы сегодня. Ну, обычно это этим занимается Дмитрий. Он объясняет судьям, что где надо что. Слушайте, а в каждой команде есть такой раздражитель, мне кажется, да? Раздражитель, да, судей, да, есть такая должность. Да, который объясняет судям, где они и в чем они не правы. Женя, ну же! К сожалению, нет, но Ира здорово. Опять Солоньяк там выпрыгнул в аут, как-то не удивилось достать этот мяч. Я думаю, что сейчас будет в том же стиле Чачонг, да. Но они чем-то похожи, когда играют на усиках между собой. Шестой и седьмой номер. Да, ну и безусловно, тайм-аут 35-24. Берем уже тайм-аут мы. И, собственно, вот сейчас можете лицезреть скамейку запасных на своих экранах. Кристина Аликина, Людмила Сапова. К сожалению, не выходившие пока еще против Буржа, но если... разница в 15 будет у нас или чуть больше, я думаю, что, может быть, мы их увидим еще сегодня. Будем надеяться. Да, будем надеяться, безусловно. И еще немного тайм-аут. Вот на ваших экранах Валерий Гарньер, главный тренер Бурж Баскет. Кстати, если помним, да, она на пресс-конференции, и не только она, Дюмерк тоже сказала, что один из главных игроков у «Динамо» — это болельщики. Да, хотя я знаю, Бурже тоже один из игроков, который очень помог Бурже одержать победу, это болельщики. Меня удивило, что на трансляции, видели ли вы, они, болельщики сидели прямо за нашей скамейкой, буквально в метре. Да, есть, они, это... по-моему, в затылок просто дышали наши скамейки. Ну, это во Франции, во всех городах, так, и никуда от этого не деться. Ну, мы отвыкли от этого, это некомфортно, когда у тебя прямо за спиной тебя кричат. Причем в некоторых залах даже и на противоположной стороне, и ты иногда, когда выпрыгиваешь в аут, ты можешь приземлиться прямо к болельщикам на колени. То есть, мне кажется, самые любвеобильные садятся за лицевой всегда, да? В ожидании того, что прилетит к ним счастье. Ну, где-то это так, потому что во Франции очень популярен женский баскетбол. Стартовая пятерка у нас на площадке. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, как здорово-то было, но... Да, обидный промах, Нека забивает более сложные мячи. Ну, я думаю, а тут как... А не успела Нека, но обменялись, в общем, любезностью. Да. А лаверды, как говорится. Да, вот сейчас хорошо найти не дали. Персональное замечание, так сказать. Но там судьи сейчас за этим очень строго следят. Фол, да, безусловно, лидом. А у лидом... Нет, это только второй. Мне почему-то казалось, что она уже у нас фалила. Ну вот можно повторе отчетливо увидеть, что она по рукам немножко заехала Ирине. И замена. Ее меняют Сиак. Да, Сиак появляется на площадке. Эпифания Принц любезно беседует там с судьями, я вот смотрю, улыбается. Ну, у нас Эпифания Принц будет выполнять эту роль. Объяснить судьям их ошибки. На грани, конечно, очень на грани. И все-таки упустили мяч. Да, хитростью хотела взять этот мяч Пив. Ну, да, будем говорить, что неродные кольца им не попадают. Да, хорошо, что они не пошли на подбор. Симон, ну я думаю... А, нет, здорово, я думал, будет немножко дриблинга. Ой, Ира, ну зря, она сейчас не захотела атаковать. Через... Да, надо было все-таки пробовать и атаковать.
Ну, из-под кольца они все-таки сбивают. Да, ну, классика жанра чачонки, я бы так сказал. Можно целую нарезочку сделать, и как под копирочку будут они почти все. Ну, и потом они не могут промахиваться все время. Это игроки тоже высокого класса. Ждать от них постоянных промахов, конечно. Ну, немножко упускаем мы вот наш задел, который... Солоньяк! Не совсем логично, да, судя по соотношению... Ну и даже соотношению комплекции, я имел в виду, как бы. Но тем не менее, она очень так сильно оттолкнула Ирину. Это она с виду такая худенькая, на самом деле сильная. Да, я не худенький, я жильская. Так и здесь. Ну, они, видно по игрокам у Буржи, что они физически все Нека! Очень сильные. Нека! Есть два еще, 37-26. Ну, вот то, о чем я говорил, сейчас Дюмерк, я думаю, дадут немножко отдохнуть. Бернес готовится на замену. Ну, это к нам только на руку, потому что с ее выходом мы только увеличим разницу в счете. Исяк, да. Исяк, ну, она оттуда забивает. Она, да, у нее отличный оттуда, средний. Да, она вот именно с области штрафной вот оттуда. Больше она, по-моему, нигде на себя смелость так не берется средний атаковать. Такой классический центровой, скажем. Симона Агастус. Даже, есть! Даже есть, удивительно есть, было, есть. Что Симона оставили одну, и, конечно же, она сразу накажет за это. Ну, очень переключили внимание на Эпифанию, наверное. В тот момент, когда она отдала передачу, и Дюмерк накручивает, накручивает, но пока ничего. И фол, да, Ирине не дают, и это хорошо все. Солоньяк, Мем, ну и что... Собственно, да, но то тут, же самое. В трехсекундной зоне они себя чувствуют очень хорошо. Они да, через защитника, там. Да, она это постаралась, мешала. Ну, преимущество в росте, она им воспользовалась и забила хороший мяч. Время пролетело незаметно. Осталось. Да, очень на самом деле. Незаметно, да. И... Здорово, Эпифания. И досаждает ей до последнего, например. Симон! Симон сегодня забивает мяч на любой спорт. Абсолютно. Итак, слушайте, я почему-то думал, что Симон уже больше, у него только 9 очков. Они Чачонки, ну и вот сейчас, да, собственно, все спорт. А и вновь прощают. Ну, будем откровенными, везет нам во многих моментах, да, вот. Может быть, это не везение, а такая хорошая игра. Защита. Да, наша девчонок в защите просто. Ира... Ну, два в одного, Дюмерк, да, безусловно. Ира хитрый игрок, она сумеет. Фол. Ну, фол лучше, чем 2 плюс 1 или 2 набранных фола еще надо забить. Сейчас посмотрим, что у НДН МИМ со штрафными. И тайм-аут тут же берут, я так понимаю, французы, да? По-моему, показали, что мы взяли. А, да, Динамо. Динамо, прошу прощения, вот я сейчас услышал от комментатора, что мы берем тайм-аут. Ну что же, на ваш экран скамейка запасных. Буржа, счет 42-30, 58 секунд до конца второй четверти, до большого перерыва. По три команды фола у каждой команды. Несмотря на разрыв в счете, напряжение определенное есть, но тем не менее есть и преимущество. Поэтому болеем, болеем, болеем за девчонок. И, кстати, хотел вам рассказать, дорогие уважаемые дамы, вновь к нам приехали сегодня на игру наши юные гости и гости из города Ливны, Орловской области, которые приехали в очередной раз поболеть персонально за Ирину Осипову. Конечно же, за «Динамо» в целом, но и за Ирину тоже. Поздравить ее, так сказать, с прошедшим 8 марта и поболеть за нее. Вот. Причем поездка была организована клубом нашим «Динамо», да, вот за что отдельное спасибо организаторам этой поездки. И для ребят, я думаю, что это такое... большое впечатление побывать на игре. Это огромное года. Впечатление. Я помню, как я попал на игру, когда играл Андрей Кириленко. Он со мной сфотографировался. Мне казалось, что просто все, собственно говоря, уже жить незачем. Самое лучшее сбылось. Так что это очень важно для молодых игроков и просто для фанатов, болельщиков. И, кстати, о болельщиках скандирует весь зал «Динамо», «Динамо». И, безусловно, девчонки чувствуют поддержку болельщиков. Посмотрим... что со штрафными, да, сейчас будет умеем. Первый в порядке. Ну,
Ну, я думаю, что со вторым тоже будет так же, потому что ну, мы уже видели, что со средней линии большие у них бросают здорово. Ну и посмотрите, она уверенно пробивает штрафные, техника исполнения идеальная, рука работает все время одинаково, поэтому ждать промаха, но это просто какая-то досадная... Фол, безусловно, фол, да. Ну это четвертое персональное замечание, командное. Командное, да, а у Дюмерка это первый всего лишь фол, да, да? Только первый. И вот она там судье тоже объяснила, идя в конец, что... Что у них уже много у команды фолов, да, да. Что уже не надо больше. Давайте. Больше не свести. Ну, Анет. Это отлично. Ай-яй-яй-яй, к сожалению. Очень хорошо сейчас Нека скинула, не пожадничала. Анет там на тучке на своей любимой стояла. Не могу не отметить, очень тяжело нашим большим борются они все время. За место, за подбор. Ну и, собственно, 15 секунд, они все наши. Хотелось бы еще пару-тройку очков, так сказать, поиметь перед перерывом. Болельщики скандируют. Смотрим. Пиф. Очень обидно. Очень обидно, когда вот маленький идет в проход, и мяч попадает. Ну, не только маленький. Мяч попадает в ногу. На том элементе, который ты выполнил. Вот 10 раз тебя разбуди ночью, ты его выполнишь. А тут мяч попадает просто в тебя. Дюмерк, да, будет бросать, безусловно, и... Чуть-чуть не попало. Да. Ну что же, 42-32. Уходим на большой перерыв. Впереди «Динамо». Впереди 15 минут небольшого отдыха для вас, для нас, ну и, собственно, для всех. И скоро услышимся. Давай.
Вот показывают, целуйтесь.
Итак, наша гордость, наша надежда по баскетболу, ребята, прошу мячи положить в корзину. Все мячи в корзину, ребята, прошу. А мы продолжаем целоваться. Спасибо, спасибо. О, это вы. Вас снимают. Отлично. Вот это я понимаю. Болеем за финал. Поддерживаем Россию. Отлично. Ну что, уважаемые, я напоминаю, буквально 30 секунд, а у нас начнется дэнс-карта. Вас показывают по телевизору, по большому. Посмотрите. Целуйтесь. Супер! Итак, друзья, начинаем свою работу. Лучший танец будет отмечен супер подарками на следующей игре. Будем открыть голосование. Танцуем! Это танцкамера. Все слушают танцевать. Опа! Вот это сильно! Итак, девчонки, покажите, что способны вы. Опа! Еще танчо. Это брутальный танец. Танцуем, музыки, давайте. Но хотя бы помолчите нам два после. Ну, тоже неплохо. Так, присели. Пора танцевать. Давайте, девчонки, танцуйте. Сразу видно, подружки готовились. О, пацаны, молодцы! Отлично! Помашите нам ручки! Да, спасибо, я мальчик! Массовый танец, даёшь флешмоб! Я так понимаю, тесто становится джамбалетиком. Давайте, братцы, танцуйте! Покажем, что Матрёха залетает. Это игрушка. О, это массовый танец. А ну что, уважаемые, я напомню, что эти видео танцы будут отобраны лучшие креативные, я так подозреваю, будет нечувственная борьба. На сайте www.basket.ru будет голосование за ту или иную танцующую пару и индивидуальный танец. В общем, все сами видите на сайте. И за тех победителей получит эксклюзивный подарок от любимого клуба. На следующей игре.
Итак, болельщики, осталось чуть меньше минуты до того момента, когда начнется второй период. В зале уже было жарко до начала игры, а сейчас это просто будет феерия. Мы держим стабильно лидерство 10 очков. Мы должны ускорить команду, поддержать ее. Вместе! Динамо! 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 Ну что же, уважаемые зрители, возвращаемся к нашей трансляции. Начинается вторая половина встречи между Курским «Динамо» и «Бурж Баскет». Прямая трансляция из города Курска, если кто-то только что к нам подключился. Счет 42-32, впереди «Динамо Курск». И начинаем третью четверть. 20 минут осталось у команд решить, кто из них попадет в финал четырех, который пройдет в Праге. Да, совсем забыл сказать, да, для тех, кто только подключился, что эта игра решающая. Я думаю, что обе команды это понимают и приложат сейчас максимальные свои возможности и усилия для того, чтобы именно эта команда поехала на финал четырех. Ну что же, у нас состав, в принципе, тот же, что и был в начале игры. Стартовый состав Анетты Капсоне, Эпифания Принц, Ирина Осипова, НМК Диагвумики и Симона Агастус. И я так понимаю, что у Буржа тоже. Болельщики так притихли в начале самой игры, я думаю, но это ненадолго. Здорово, сейчас Анетта! Есть! Очень хорошо на это увидела ее там, на ее любимой точке. Уже не первый раз, да? Нека сегодня раздает атакующие передачи. Наработки, наработки. Интересно будет посмотреть ее статистику по передачам. И здорово Пиф отзащищалась против МИЭМ, да? И еще и, собственно говоря, наше владение будет. Да, ну, тем... после попадания Анетты счет увеличился у нас. Это нас может только радовать. Да, 45-32, и плюс еще мы в атаке их оставили без результата, так сказать. Татьяна, скажи, пожалуйста, а твой муж смотрит сейчас трансляцию? Да. Тане тут подарки дарят. А как мужа зовут, прости? Всеволод, он сейчас в Москве. Всеволод, можно Сева? Сева, да. Сева, ты знаешь, я не знаю кто, не знаю, как это произошло, но вот Тане дарят подарки. Очень классные подарки. Да. Ну, я думаю, она потом сама тебе все расскажет. Тем временем Пив дарит подарок нам, и 47-32. Мне кажется, или опять темп немножко взвинтился, или... Ну, я думаю, что взвинтился, но обычно наши девчонки любят это делать. И все без пола, здорово. Вот, и поэтому... Побежали опять, да? Немножко. Да, ну, а, знаешь, как опытный игрок, как обычно, прикросит на длинном, да, он сначала так тихонечко начинает, да, Симона! А потом все возрастает, возрастает, и в концовке так демонширует, обгоняя молодых, которые уже немножко так подустали, скажем. Которые выложились. Да, в начале. А опытный игрок он всегда, и вот сейчас, мем. Я думаю, наши девчонки также действуют. Слушайте, сейчас нервишки у Буржа, это уже третья или четвертая, даже если не ошибаюсь, атака безрезультативная, скажем так. Ой-ой-ой, немножко грубо там, по-моему, Пиф отмахнулась локтем. Сейчас ну, посмотрим. Это баскетбол. В кадык, по-моему, она попала. Сейчас давайте посмотрим. Да, но это, безусловно, было неумышленно. А, уже... Вот, сейчас смотрим. Плечом нет, даже не наотмашь. Тут как бы... Чисто игровая ситуация, игровой момент. Да, и... ничего противозаконного. Не то, что противозаконного, но и умышленно ничего не было сделано. Ну, я так думаю, что тайм-аут последовал именно от Буржа, потому что мы так немножко навязали им борьбу и свою игру, и, так сказать, за полторы минутки успели еще неплохо выйти вперед. Ну да, укрепить, так скажем, свое лидерство, а Бурж, я думаю, рассчитывал совсем на другое, что все-таки они вернутся и навяжут борьбу. На ваших экранах сейчас группа поддержки баскетбольного клуба «Динамо» уже на протяжении всего сезона, и не первого, уже неизменная у нас. Замечательные, красивые девчонки и ребята, которые могут продемонстрировать первоклассный брейк-данс. Да. И прыжки.
Безусловно, акробатические этюды это... И кульбитики. Что, прошу прощения? Кульбитики. Но они очень классно так вертелись от одного края площадки до другого. В тот раз мы смотрели. А, я просто не знал, как это называется. Я понял, теперь буду знать. Спасибо, Таня. Не, я правда не знал. Кульбитики. Кульбитики, видишь, как нежно было. Ну, потому что они классные, я ими восхищалась в тот раз очень просто. С теплотой я к ним. Ну что, сейчас Эпифания. Два штрафных пробьет. Есть. Молодец, Миша. А мы тоже замираем вместе с залом, да? Я точно. Ну да, мы так чуть-чуть. Здорово. Ну просто хорошо. Мы же верим в то, что у нас есть какая-то связь с площадкой, да, и мы, чтобы не сбивать их. Пив здорово отзащищалась против Дюмерк. Дюмерк спрашивает, за что, и... Она, наверное, просто не видела предыдущие две игры, что Пиф умеет так делать. Ну, это такой полублокшот даже был от Пифа. Вот я сейчас на повторе еще раз посмотрел. Если бы это было при броске, то вообще супер. Есть. И Пиф буквально вот за несколько секунд, сейчас даже за неполную минуту подряд набирает. 5 очков, да, 5 очков. 54-32, и вы знаете, разрыв уже становится 22 очка, и это уже как бы, я бы даже сказал, немножко вульгарно с нашей стороны так. Да, не гостеприимно. Да, ну и вот, ой-ой-ой-ой, я думал, Чачон, в принципе... сделает то, что она умеет делать. Говорили мы о ней в перерыве, да, 91-го года баскетболистка, достаточно молодая еще. Да, но все-таки они отборолись и мяч себе владение мячом оставили. Да, ну и Дюмер, безусловно, вот, по передачу и Мия. Мне кажется, изменилось у нас немного защиты. Ира немножко по-футбольному, но тем не менее... дала время передохнуть всем. Да, в бою все средства хороши все-таки. 54-32, и мы только 2,5 минуты сыграли. И впереди еще много-много времени в третьей четверти, еще четвертой. Не стоит забывать об этом, несмотря на такой большой отрыв. Дюмерк, мне кажется, завелась, да, вот еще больше. И Спиф у них сейчас будет... небольшой батл. Да, не на жизнь, а на смерть, как говорится. А видели сейчас такую скрытую передачу от Дюмер, когда она за спиной отдала на Лиден? Ну, она умеет делать, и вот такому игроку, как она, не стоит заводиться, а наоборот, мне кажется, надо холоднокровнее ко всему относиться. Ну, вновь уверенный средний бросок от Эндонемии. Но, в принципе, у Пиф и Дюмерк есть теоретически, потом дальше будет видно, потому что Пиф входит... в расширенный список игрок-кандидатов в сборную России. Адемирк является игроком сборной Франции. И чисто теоретически они, в принципе, могут встретиться еще и летом. Ну, так ли это будет, мы увидим летом. Но я думаю, что сегодня точка может быть не поставлена в их так, в дискуссии, скажем. И Пиф проходит, конечно, на фол, безусловно. Да, задела на поруке. Ира, да, добила за спиной. Да, Елена Сиак, это ее, неужели четвертый? А, нет, третий, третий. Да, я просто не уследил за табло, когда перелистнул на... Табло очень быстро, как да. Заиграло. Ну и наблюдаем за Пив. Ну, у французов готовится замена сейчас. Все здорово, Эпифания Принц, еще 2 очка, и счет становится 56-36. Замена в команде Буржа вместо Елены Сиак выходит как раз-таки пятый номер Паулин Солоняк. Да, у Пиф уже 11 очков. Вплотную она приблизилась к лидерам по набранным очкам. Лидерская четверка. Да. Ну, она, в принципе, вся сейчас в данной площадке и с самого начала матча.
У нас тоже готовится замена. Я думаю, что она этой капсоны поменяет, да, Евгения Белякова? И три очка могли бы быть. Дюмер, нет, не решилась. Но это она может. Это проход и пиф. Ну, я думаю, она не стала фалить просто. Ну, видя, да, разницу на табло, зачем лишний фол, и пусть собьет два очка спокойно. Пока мы себе пока можем это позволить. Нет, ну, нам хорошо сейчас была видна траектория, да, с вами? Да. Не совсем удачно. И Солоньяк, ну, очень быстрая, очень резкая. Да, в одну передачу практически мы прошли, ну, две. Она просто пролетела у нас над трех секундой нашей, и нет. Опять же, бежит она неплохо. Интересно, сколько ей лет? Мы посмотрим. А я сейчас посмотрю, я скажу, конечно же. Итак, Паулин Солоньяк у нас. Подскажите мне, пожалуйста, число 5. Сегодня. Нет, число сегодняшнее. 11, да, если я не ошибаюсь, у нас сегодня 11 марта. Через два дня Паулин Солоньяк исполняется 31 год. Ой, так она еще совсем молоденькая. И мы заведомо поздравим ее, хоть заранее не поздравляют, да, но тем не менее, с наступающим ее днем рождения. Ну и я хочу сказать, что когда игрок в таком достаточно опытный уже, да, в таком возрасте, может показывать такую скорость, такой баскетбол, но дай бог каждому в ее возрасте так бегать и выиграть так хорошо. Я напомнила Илону, кстати, я вот вспомнила о Илоне, которая как моторчик всегда... Ну, кстати, у них есть не менее быстрая, да, плеймейкер команды Селин Дюмер, который уже 32 года и скоро ну, будет... скажем честно, Дюмер не столь быстра, как Солоньяк. Она более техничная, там, да, агрессивна, но Солоньяк это мотор какой-то. Вот сейчас, но вам не видно, показывают зал, как болеют болельщики. Да, вот как раз показали на экране, запускает ведущий волну, и все-все-все болеют, безусловно, никто не оставляет без внимания его призывы, потому что все безумно переживают, безумно, и это факт. Анет, здорово, Женя, и... Очень хорошо сейчас по периметру погоняли мяч, и Мила не решилась кинуть треху. Да, ну, правильно сделала, лучше два, чем ни одного. Ой, Егор Солоньяк просто Сапсан проезжает, так, проносится у нас в трехсекундной зоне. Опять Лена не решилась, трешку отдала. Я отдала отличный пас, они думали, что будет пас на Женю, а дала Аннет, но Анночка не забил в этот раз. Ну ничего. Ничего страшного. Ой, что-то непонятно было, сейчас можно пробежку, судья как-то запоздал с своим решением. Он, наверное, да, думал, не совсем. Спорный. Пробежка, фол. Да, как-то он принимал долго. Ромашка, наверное. Да, да. Немножко нерешительный в этом моменте наш арбитр, многоуважаемый. Ну. Диандра Чачонг. Спасибо. Спасибо большое. Ну, зрители, конечно, мешают ей сбивать. Спасибо. Ну, вот... Два раза, да. Конечно, ей спасибо, а вот то, что мы проиграли подбор, это, конечно, не хотелось бы этого. Кстати, вот... Неужели забьет? Тяжелый мяч, мне показалось. Да, очень тяжелый. Рядом был свой игрок, еще два защитника. И... Наверное, только такие сегодня Дюмер выбивает. Кстати, вот Диандра Чачонг сейчас бросала штрафные, и когда она делала... Нека здорово через руки Мия. Продавила. Когда Чачонг делала это во Франции, вот крупным планом показывали, у нее очень интересная траектория, она так заносит мяч немножко слева и совсем не прямо у нее кисть идет, так, знаете, немножко по дуге. Как говорят в Америке некоторые, это мило, что не важно, как ты бросаешь, важно, чтобы ты забивал. Ну, это факт, это просто заметочка такая была маленькая. Но у нас, кстати, наоборот, меня вот тоже всегда ругают за мой кривой бросок. Но я всегда говорю, что в Америке и везде главное, чтобы попали. Так что давайте посмотрим. Да, главная цель в баскетболе, чтобы мяч провалился в кольцо. Ой, отличный треугольник. Супер. Очень был совершенно.
Нека вовремя увидела, Лена вовремя вырвалась, и как результат 2 очка в нашу копилочку, 62-47. Ой, чуть-чуть не дотянулась, Лена. И лидом, ну, там был фол, да, поэтому... Ну, просто попробовала бросить. И это наш четвертый командный фол. Вы знаете, на 6 минутах оставшихся игры у Буржа уже было 3. Я надеялся, что уж к 3 минутам-то они придут к 5 фолам, но мы видим то, что мы видим, и у нас уже 3. Замена. Замена у нас в команде. Вместо Эпифани Принц выходит Ишил Албен. Она защищается против Демир головой. С валом. По-моему, Селина поняла, что надо брать все в свои руки, и не нравится мне это. Да. Будем надеяться, что сейчас Бернес выйдет так невзначай. Ну да, все-таки надо же, Демир, хоть иногда немножко переводить дыхание. Ну, у нас есть Симон Агастус, который тоже знает, как вернуть все в свое русло. Да, и хочется отметить, посмотрите, разница, да, была 20 очков, уже 12, и, глядя на Бурж, можно сказать, что они играют, ну, как будто и нет этой разницы, они просто делают свое дело, получается или нет, когда как у них. Отличие. И вот стандартное взаимодействие между этими двумя замечательными игроками. И вновь, смотрите, Солоняк влетает и... Не свойственно для себя манере, на левую сторону она уходит и не с руки забивает. Ну, красиво, да? Моторчик. Знаю я одного игрока, который может посоревноваться не по скорости. Я ему не скажу. Ну почему? Ну если не нам, то зрителям. Не скажу, просто знаю и все. Может, это Криштиану Роналду, может, я вообще про футболист. Да, хорошо. Я думаю, я поняла, про кого ты, и тоже не буду говорить. Хорошо, я не поняла. Я не поняла, сделай вид, что не поняла, спрошу после. Хорошо. Симон забивает. Ну, Симон сказал, нет, я не согласна с такой разницей в счете. 100%, поэтому 66-52. Видно, как девчонки играют в защите, что они эти дни, вернувшись из Франции, разбирали как следует защиту. И прям видно, как договариваются, как меняться. Это очень прям здорово. Классно, когда... Ой, хорошо, супер! Лена! Есть! Забили, забили! 68-52. К слову сказать, я думаю, что в четвертой четверти мы забьем больше, чем забили в том матче, да? Да, но видно, что большие Бурже подустали от этой борьбы, они вдвоем там сейчас борются. И вот промахи такие, которые они в начале игры и в середине игры еще забивали. Я думаю, нет, Симон не стал бросать. Неплохо. Нека, ну бросит ли она трешку и... Ай-яй-яй, к сожалению, я всегда люблю, если она забивает 3. Это супер. Лида, Мем, Дюмерк. Ну, в свои руки, безусловно, проход дальше нет. А, ну, Мем и... Нека без фола. Здорово, здорово, здорово защищалась. Недовольна Мем. Видели, как она к судье обращалась просто? Да, обращалась, чтобы был фол. Мне кажется, вот на фоне усталости уже как раз игроки начинают просить фолы, когда конечно, уже... Конечно, да, тебе как, последний... когда тебе кажется, что там... Просто ты промахнулся не потому, что сам промахнулся, а промахнулся, потому что тебе так прям с тобой грубо, жестко играли. Да, да, здесь там малейший контакт был. Ну, здесь, да, здесь был фол, конечно. И будем смотреть 2 штрафа от Чачонг. Ну и хорошо, Лена все правильно сделала, она до этого промахнулась. Да? И вот против всяк выходит защищаться Осипова, я так понимаю, да? Сразу же заменка вместо НМК Диагумики. Ну, то, о чем мы и просили, так сказать. Дюмерк уходит на замену. Ну, оправданный фол абсолютно. А, да, это уже можно с уверенностью сказать после первого броска. Ну, все равно так очко, а так было бы 2. Все равно лучше, чем было бы 2. Ишила прическу поменял? Мне кажется, она просто немножко... Под дождь попала? Вода, под дождь попала, либо водой немножко облилась, ей, наверное, было жарко. Но в зале на самом деле жарко. Ну, да, это в зале факт. Очень жарко. И на баскетбольной площадке жарко. И Солоняк
И с фолом опять забивает. Но она замучивает своими убеганиями, конечно. Послушайте, ее быстрые ноги просто, мне кажется, они вперед нее думают. И я лично никак не смогу за ними уследить. Это как шайба, да, в хоккее? Да, да, точно! Точно, шайба в хоккее. Однозначно, она летает просто. Она вроде бы только что была возле своей лицевой, а уже забила нам 2 очка. Вот так, даже 3. Три уже забила, прошу прощения. Да. 68-56. И 30 секунд до конца третьей четверти. Будем смотреть, сработает ли наша примета, да, Елена Рафаэловна? Да. Сейчас посмотрим по итогу третьей четверти и, собственно, по итогу матча. Симон, ну бросит же сама, да, 100%. Ира, здорово! О, господи, я думала, сейчас, неужели она и сейчас убежит? Это ну, Лена, возможно? Здесь, да, надо было отдать и маленькому и просто ворваться, не заниматься этим дриблингом. Замена тут же у нас и... Вместо Евгении Беляковой, да, на второй номер выходит Эпифания. Не играла она еще, да, у нас сегодня на этой позиции вместе с США. Они в дуэте еще не были. Очень легко Эпифания тут разобралась. Ирина Осипова. Ну, конечно, это не самый лучший вариант, когда Ира у нас. Это не, как бы, не ее сильная сторона. Да, не самое любимое дело, которое она делает. Вот. Ну, так сложилась игровая ситуация. А вот сейчас танец, который мне очень нравится, это группа поддержки. Отлично, да, понаблюдаем за ним. Счет 68-56, и у нас 12 очков. 12 очков, а это значит? Плюс 2. Плюс 2, значит, мы выиграли третью четверть. Значит, ждем окончания матча. Ну, доселе она у нас сбывалась, да, насколько я помню? Да, все время. Да. Ну, посмотрим. Посмотрим и перерыв буквально через минутку услышимся. Ну что же, и подходим к финишной прямой. Финишная прямая длиною в 10 минут, которая решит уже теперь все точно. Больше нечему решать. Ну, единственный вариант овертайм, конечно, не дай бог. Нет, давайте не будем овертаймы играть. И пускай все вот так вот с такой же разницей закончится. Да, и пусть эти 10 минут подарят нашим девчонкам выход в финал 4-х Евролиги. Это будет впервые в истории Курска. Это команда вообще первый раз. Я только хотел сказать, у нас каждый матч в этом сезоне это впервые в истории Курска. Да, и поэтому и такое начало для Курска. Ну, Симон, супер. Хорошо задел, и в дальнейшем желаем команде, чтобы все время были такие результаты. Я бы хотела отметить, что это в первую очередь зал, смена залов, новый зал, и все пошло в гору. Да, жизнь началась по-новому. Да, поддержка города, администрации, конечно же. И не могу себя не упомянуть. Я приношу удачу. Ах, вот оно что. Да. Вот после того, как, Таня, ты сказала про то, что меня ругают за корявый бросок, так хотел сказать спасибо за честность, за скромность. А тут, знаешь, уже все, не хочу. Ладно, я шучу, конечно. Я за справедливость. Это правильно. Ну, тем временем Солоняк умудрилась каким-то образом вот чисто накрыть, поставить блок, так скажем, Аннеты и Капсона. Ой, пиф почти. Перепрыгнула большую. Да, да, попоролась на подборе одна. Ну, пиф замечательный прыжок, это факт. Солоняк сейчас куда-то она обязательно побежит. Лидом устояла на ногах и... 10 секунд, немного времени, сяд, Ира, да. Ира должна защищаться против... Вот, ай-яй-яй-яй. Она в падении просто, но это не Демир, поэтому не стала она так бросать. Все здорово. К
Кстати, по поводу блокшотов, да, раз уж мы начали этот разговор, Бурж лидирующая команда по блокшотам в Евролиге. Ничего себе. В среднем 7 блокшотов за игру, да. Вот, поэтому как бы... Ну и мы видели не менее 3 замечательных блокшотов против Ирины Осиповой, да, вот во Франции. Да, да, да. Вот как раз Сиак, она их и выполняет. Я думаю, что она и есть та самая копилочка для команды по блокшотам. Да, сейчас очень жестко сыграла Солоньяк. Но мы уже говорили, что грубая игра против Неки от Буржи, это как бы уже как за правило, что ли, я не знаю. Ну, они просто выбрали эту тактику против нее именно сыграть жестко. Ну, когда против игрока не знают, что делать, конечно, против него будут играть жестко. Солоняк там поруководила всем составом, ну, так сказать. Да, но она сейчас самая опытная, хоть и не на позиции разыгрывающая. Ну, а тут все-таки забивает Сияк. Ну, Пиф фактически отобрала у нее мяч немножко, да, не хватило. Странно, что Дюмерк не появился у нас с начала четверти. Ну, я думаю, ее бережет тренер все-таки на концовку, да. Ну, да. Силы игрока не безграничные, поэтому лучше оставить ей силы на концовку. Через защитника, наверное, да. Все-таки бегут французы лучше нас немножко в концовке. Может быть, мы просто чуть так подуспокоились, когда разница в счете была большой. Это очень. А французы неприятно. Стали бежать в отрыв. А мы просто опять немножко встали. Очень хорошо. Супер, Анет. Просто. Стоит отметить передачу, да, Анет, она может расставать их. И во Франции она делала это замечательно, демонстрировала нам отличную атакующую передачу. Ну и сейчас. И, конечно, резиновая рука Неки, которая выдвинула 3 метра вперед. Гаджет рука. Да. Да, насколько надо, насколько, пожалуйста. На 5-10 сантиметров, пожалуйста, на любой размер. Это очень здорово, очень красиво смотрится. Ну, это просто по-мастерски выполнено. Один вовремя открылся, другой вовремя отдал передачу, и вот блок. Без фола чисто. Ну и, ай-яй-яй-яй-яй, к сожалению, у Неки не получилось. И вновь 2 игрока, да, не дают ей жить там под кольцом. Ну да. Солоньяк включает Нитро и нет, не хочет больше. Ну, я думаю... Если девчонки наши выйдут в финал 4, да, что Неку ждут, тут такие же прессинги под кольцом от других команд, и ей будет непросто, конечно. Но я думаю, она справится, сумеет отдохнуть после болезни, набрать форму и поехать на финал 4 во все оружие. Но времени еще много. Да, время есть, и надеемся, что она будет в лучшей кондиции. 4 для себя, я имею в виду. А у здорово, Анет разобралась. Да, на опережение от защитника. Вот я всегда девчонок своих в второй команде учу, что вот как только они выходят, чтобы они уже вот получают мяч и уже бросок. Вот Анет вот сейчас это просто вот классически можно показывать и показывать молодым игрокам, как должно это быть. Ну, а тут просто вот, так можно сказать, как в регби занесла за линию. Да. Ну, видно по Бурже, что хоть они и бегут, и стараются, да, но силы их тоже не безграничны. Не безграничны, да, не беспредельны. Согласен с вами. А сейчас не совсем поняли друг друга, но, тем не менее, мяч сохранили. Да, сохранили. Здорово. Да, она это успеет разобраться, времени много. Ну, решила она бросить. Да, не было на подборе, там время уже заканчивалось. Ну, тяжелый мяч спасали сейчас. Один раз, второй раз. Неужели забьет молодой игрок? Нет, конечно, тут. Такая обрекающая фраза сейчас была, да, с вашей стороны немножко. Я даже... Мне тоже захотелось сказать, да почему же, может, и забьет. Не, ну, молодой игрок в такой ситуации, ну, сложный молодой. Такой ответственности на себя. Ой-ой-ой, девчонки, ну, не надо, надо собраться. Осталось 5 минут, грубо говоря, надо дотерпеть. Понятно, что очень тяжело. Против всяк не просто защищаться Ирине... Ну, ногой же сыграла Чачонг. Почему не было свистка сейчас? Это не ногой, это мяч сам прокатился по ноге. Это разница. То ты сыграл ногой, а то мяч просто попал в ногу. А, просто попал в ногу. Ты не играл. Ну, я просто подумал, что она ее выставила. Что ты ей не пользовался ногой, так сказать. Да, твоя нога... Так сказать, неумышленно, да? Да, как-то французов сейчас защищаем. Да, ну, что поделать.
Ну и вот Дюмерк появляется на ту самую концовку. Да, 4,5 минуты есть у Буржа. Отлично, Нека. И 4,5 минуты есть у нас, чтобы это удержать. Не просто сейчас будет эпифания, конечно, против Дюмерк. Пиф побольше находится на площадке, чем она. Дюмерк отдыхала все-таки. Вот сейчас хорошо не бросила. Забыли мы как-то ее там, кто-то за ней не успел куда-то. Сейчас очень красиво обманула финтоншу в центр и развернулась в лицевую. Очень красиво исполнила элемент этот. Сейчас один тренер думает, ну, еще чуть-чуть, и мы догоним и переломим. А другой думает, господи, когда же это все закончится? Когда это время закончится? Симон Агастус. Ну, 17-е ее персональное очко, 22 у Неки, 15 у Анет и Капсоне. Не поняла, что было. То ли хотела она пас отдать, то ли в последний момент решила бросить, но потом и сама же исправилась. 80-70. Красивый счет. Да, красивый счет. Не маленький, да? Для такой игры очень не маленький. И надо отметить, что в этом году Бурж играет совсем по-другому. Если до этого считался командой защиты и много не забивал, то в этом году не забивает очень много. А это тебе, вот, между прочим, ответ, что не просто будет эпифания сейчас. Да. 80-70. Помогут. Вот это. Тайм-аут. Ну, сложно в этой ситуации. 3 минуты, 13 очков. Надо придумывать что-то очень агрессивное, наглое, дерзкое, чтобы как-то попробовать все-таки что-то исправить на площадке и на табло. Ой, может, до нас долетит эта футболочка? Сейчас не видно зрителям. Киньте, пожалуйста, в будку. Это, по-моему, да. Шарфики. Нет? А, или шарфики. Это... Да-да-да, это шарфики. Все правильно. В тот раз это были, если не ошибаюсь, футболки. Есть, все. Драка на трибунах и... Шарф достается. Шарф достается седому мужчине. Ну, тем не менее. Итак, тайм-аут. Вы смеетесь, да, классно. Дарит подарки. Так это разве... Нет, мы же не смеемся. Просто всегда интересно, когда борьба не только на площадке, но и за ее пределами. Вот. Поэтому это значит, что болельщики тоже в напряжении, и они все готовы рвать и метать, как кричат они свою кричалку. Кстати, мне очень нравится кричалка по поводу эпифании «Принц», когда кричат, текст кричалки следующий: «Русская девочка пив». И все кричат: «Русская девочка пив! Русская девочка пив!» Ну, классно вообще очень. Я думаю, если она будет в сборной в этом году, то приживется эта кричалочка. Ну, она же уже была у нас в сборной, поэтому... Я думаю, что закономерно имеют право болельщики на это. Да, но не будем забегать вперед. Сейчас она игрок Курского «Динамо» и да, приносит колоссальную пользу для клуба и играет с полной душой. Знаете, в Курске вот есть такая... Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Чуть-чуть не уговорила Лена упасть этот мяч в кольцо. В Курске есть такая небольшая традиция, я думаю, что она уже продлевается. Я прошу прощения за это слово, но я не вижу в нем ничего такого. Но, тем не менее, вот темнокожие игроки очень-очень любимы курским зрителям, курским болельщикам. На плакатах вот этих вот тех, кого мы очень любим и помним, плакаты почета, доски почета, стены почета, висят две замечательные леди, прекрасные баскетболисты, которых мы любим и считали курянками: Мишель Сноу, Темика Джонсон. Я думаю, что там же окажется безусловная эпифания «Принц», Симон Агастус. Ну, я думаю, что да, но я думаю, что многие игроки, которые приезжают в Курск играть, играют, им нравится здесь, и нравится, как болельщики к ним относятся, и поэтому они платят той же монетой своей игрой, так сказать, на площадке. Да, и два очка сейчас мы получили от МИЭМ, да, НДН МИЭМ, 83-72, видите на экранах, и полторы минутки остается нам. Ну, Дюмерк стала активно прессинговать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там и получила. По лицу, да. Да, но фол, по-моему, не она получает, а пятый номер. Сейчас посмотрим на повторе и... Да, там... Ну, Солоняк фолила против Эпифании, это факт. Слушайте, в четвертой-то четверти всего первый фол,
за все 9,5 минут, 8,5, прошу прощения. У одной и другой команды причем. Да, здорово, интересно. Пиф! Я бы чуть не потерял мяч, вернул его, я дал замечательную передачу. Это не бросок, это выстрел. 86-72. Я думаю, надо уже сказать, что это был контрольный выстрел. Был ли фол у Лены, да, я так понимаю, что, ну да. А я посмотрела, как тренер дает 7-5. Значит, наверное, мы тоже можем уже сказать, после ваших слов контрольный выстрел, что это действительно уже наверняка наша победа. Мы ее не отдадим. А я думаю, девчонки не настроены, и не отдадут, и что-то тут сият придумывают. И не придумала до конца. Да, не решила. Она удивилась, что не фалили на да, ней. Да, ну... Слушайте, ну, минута и 14 очков, я думаю, это немножко несоизмеримо, да? Ну и при том составе, который есть в нашей команде, да. Это просто, скажем, честно, нереально. Ну, даже и при том, что мяч ушел аут, я думаю, что мы можем уже начинать поздравлять. И вот поднимаются болельщики со своих мест и стоя поддерживают. Безусловно, команды. Безусловно. Это радость, это огромная радость и счастье для всего города, для России, в любом случае. Я думаю, что... Для России, конечно, это две команды у нас да. будут в финале четырех. И, конечно, их сведут, как всегда, по правилам ФИБА. Сведут, да? между однозначно. Собой. Вот. Ну, мы желаем нашим девчонкам. Ну, чтобы финал не был в одной стране, да? Эпифания, принц! Что творит она сегодня? Это 19-я очко. Она просто добивает больше. Да. 88-72. Неведомо ПИФ, такое выражение, как лежачего не бьют. Она забивает до последнего. Вот. Ну, а продолжим то, что для Курска это огромная победа, огромное достижение. Все-таки сложно в первый год Евролиги попасть в финал четырех. Не в финал. Пив говорит, давай забьем еще. Не, говорит, ты давай. Yes. Давай ты, я на гадание лучше так и буду. Ура! Yes. Мы это сделали. Я говорю мы, потому что мы тоже болели. Потому что мы же тоже часть команды, правильно? Конечно. Все болельщики, игроки. Руководство, я поздравляю, это огромное счастье, это великая победа, это историческая победа для «Динамо», я не побоюсь этого слова. Мы впервые дебютанты Евролиги в финале четырех, и мы еще поборемся, мы еще посоревнуемся. С победой всех! С победой всех игроков, тренеров, руководителей. Молодцы, это просто колоссальный результат, и, ну, просто нет слов. Я тоже хочу от себя поздравить, конечно же, тренера, Гундерс молодец. Поздравить руководство, потому что, извините, но в первую очередь у меня есть шанс побывать на финале Евролиги тоже. Поэтому поздравить девчонок, себя и всех наших слушателей, смотрителей, нас, всех, кто смотрел и слушал. Да, всех с победой! Ну и услышимся уже скоро, потому что 15 числа в СКК вновь аншлаг. К нам приезжает наша горячо любимая УГМК. И у нас очень интересная магия цифр с этой командой. Мы победили оба раза 18 числа, оба раза в Евролиге. 15 числа мы проиграли в чемпионате России и вновь 15 число чемпионат России. Ну, поживем, увидим. До 15-го. Всем пока. До свидания. Счастливо. Это было сильно. С победой! С победой, Курск! С выходом в финал четырех, Россия! Боковые трибуны просим пройти в ваш гардероб. Сектор Б. Просим пройти вас в гардероб. Трибуна Б, сектор Б. Прошу вас пройти в гардероб. Уважаемые болельщики, завтра 16:00 спортивно-концертном комплексе состоится игра между командами «Динамо-2», «Курск» и «Спарта-НК-Вигне». Ждем настоящих любителей баскетбола в 16:00 в СКК поддержать нашу команду «Динамо-2». И вновь, как это принято со «Спартой», это принципиальная встреча между соперниками. Лена Иванович!
Сектор С, так как вы самые дисциплинированные. Спасибо вам, с победой! Просим трибуну С, не торопясь, пройти в гардероб. Билеты все закончили.
to move on. I wanna wrap in lights and turn the volume up. Hit them lights right now. Комментарий к матчу, почему проиграли? I think we lost tonight because we were in great on defense. For sure, okay, we were tired, but we let so many easy things to them. We were late every time, and we couldn't hold the one-on-one. Но они проиграли сегодня, потому что они не были достаточно хорошо в защите, они дали забить легкие мячи, опаздывали везде, и это причина сегодняшнего проигрыша. Пожалуйста, еще вопрос. Скажите, пожалуйста, чем... К игроку. На ваш взгляд, чем игра сегодняшняя отличается от той, которая была 6 марта в Бурже? What difference between these two games today and game in Bourges? The place we were at home, so it's I think easier
because we have the fans helping us, and yeah, this atmosphere is helping for us. Tonight it was different because okay, it's not home, and we could feel that they were really into this game and with a lot of energy since the beginning of the game. So I think that's the difference. Ну, это, естественно, не домашняя игра, потому что дома помогали фанаты, так же, как и сегодня Курску помогали курские фанаты, и это большая, сильная энергия с начала матча, которая началась, продлилась в течение матча, и вот и вся разница. А как вы оцените итоги выступления своей команды в Евролиге? How do you think your place that you finished play in the EuroLeague, and how do you think how your team looks? I'm proud of my team. I think we did a good job. This season in EuroLeague wasn't easy for us. We got to go through a lot of injuries and troubles. So I think we did good. We did good, but of course we wanted to do better. Они сыграли неплохо, ну, потому что у них было очень много проблем в этом сезоне, и травмы, и другие проблемы. Но они могли бы выглядеть лучше. Еще вопрос, пожалуйста. Вопрос уже тренеру, да? Скажите, пожалуйста, как вы считаете, чего не хватило вашей команде? Почему как-то игра, наверное, была чуть слабее, даже чем в первый раз в Курске как-то уступала команда? Why the reason that you lost today and what happened? Because today was maybe easier game, weak game than your first game at Kursk. Le match is là, il était plus facile que ça. Sorry, can you? I'm not very agree with the question of the affirmation. What is the reason that you lost today? We lost today because first. Kursk is a great team. They are first of their group, d'accord? They score at 53% and they score 88%. And for us, it's impossible to win. They are very, very, very strong foreign player, d'accord? And now, today, we played with only one foreign player. And all the other players are French, d'accord? We have a problem with the injury of Daniel Adams. We start without Ndimiyem, the injury of Daniel Adams, the injury of Mariana Tolo, but it's not a reason for tonight. Tonight, Kursk is stronger than us. Ну, у них проблема была с игроками, была маленькая ротация игроков. Но причина не в этом, а причина в том, что у Курска было сегодня очень большое процент попадания, порядка 53%, и это сделало невозможным выиграть сегодня Бургу. Коллеги, сейчас. Как вы считаете, кто все-таки выиграет Евролигу в этом сезоне? How do you think who will win Final Four? I don't know. Now it's Kursk against Prague and Ekaterinburg. Maybe a final, Russian final. No, you know that in these rules. It's Kursk against Ekaterinburg. I don't know. It's difficult for you. No. Что сначала думали, что как бы не знали, что встречаются две русские команды. Она думала, что будут играть там с Прагой или с кем-то другим, поэтому мог быть любой победитель. А поскольку встречаются две русские команды, ей еще неизвестно, кто будет победить. It's a difficult rules. Это очень тяжело ответить. Because normally it's not a problem about Russian against Russian. It's the best and. Это тяжело. Русские с русскими играют. Так, давайте еще два вопроса, и я пускаю. Лидер команды Дюмерк сыграла 31 минуту. Она готова на все 100% была или нет? Today Dumerk played 31 minutes. He will ready for 100% today. Elle a joué 31 minutes. Ouais. And what did you say? Sorry. Dumerk played 31 minutes today. Yeah. She was ready for 100%. Ah, ouais, est-ce qu'elle était à 100%?
No, like the other players, they are tired because we play now with only seven players, and it's difficult. So they are tired, but no more than Andy or than other player. But she played 31 minutes because at one moment she have to. Дело в том, что маленькая ротация была всего 7 человек, и остальные игроков проблемы со здоровьем, она играла 30 минут. Давайте последний вопрос. Последний вопрос к тренеру. И все-таки напоследок раскройте секрет, загадку вашей команды. Дома вы вообще не проигрываете, а в гостях проигрываете. Может, у вас какой-то зал заколдованный? Last question. What is your secret? Why you win at home and lose the guest? No, we win at one because we did a great game in Bourges with our fans, but not only we did a great defense and they score only at 33%. Now it's 53%. It's not the same game. Mm-hmm. Voilà, it's difficult tonight to avoid Augustus, Ogomike, Jacobson, Prince to score, and it's for that. It's not a question about Bourges or no Bourges. Здесь дело не в секрете, а в том, что Курск в Бурже был маленький процент попадания, ну, меньше процент попадания, 43%, а сегодняшний 53%. И дело не в болельщиках, а в том, что они просто хорошо защищались. А сегодня все забивали, и поэтому тяжело было защищаться. And when you are tired, and when you are at home, you find strength with your fans. Maybe. И когда ты уставший, ты играешь дома, то ты в эту энергию получаешь от болельщиков, поэтому... А как он должен быть включен? Ну да, здесь что-то написано. Две палочки говорят. Эпифания, значит, в первой половине было много потерь. Что случилось во второй половине? Пошли сразу несколько очков, то есть очень много очков забили. The first half I was thinking about it too much, trying to get my teammates involved, and it was actually me who was open, so I just wanted to be more aggressive. And halftime, Ishu told me that it's my shot, my pull-up is there, and to attack the rim, and so when we first came out the locker room, that's what I looked to do. На второй половине она была не так прессивна, она думала о том, чтобы найти, дать пас своим партнершам по команде, а во второй половине они поговорили в раздевалке и ей сказали, что ее сильная сторона это ее бросок, и что она и сделала. Еще вопросы, Эпифания, пожалуйста. Эпифания, что не получилось в матче в Бурже, почему все-таки проиграли? I think down the stretch we didn't get any stops. I guess in Bourges they wanted it more than us. I think we tried a little too hard, and like I said, down the stretch we couldn't get stops and we couldn't score either. Ну там, во-первых, было, ну, чувствуешь себя некомфортно, и они были уставшие, и когда тебе некомфортно, ты ну, делаешь много потерь, ошибок, и ничего не получается. Скажите, чем отличается первая игра в Курске вот от сегодняшней? То есть почему тогда не было такого преимущества? What difference between this game and the first game? Why we didn't win so much points like today? The first game? In Kursk. I don't know. I feel like in both the first and this game we played well. We moved the ball as a team. We played better team defense.
and we was being aggressive, penetrating. We went inside out, so we attacked from the inside, and when they closed out on NECA and Aero, we was able to hit open shots, the guards. Она не думает, что большая разница, они не играли хорошо и тогда, и сейчас. И команда защищалась, но они забивали как и изнутри, так и в дальней дистанции. И если скрывали ее изнутри, то они бросали издалека, и у них всегда была НЭКа и отбор, которые могли там забить и подобрать. Эпифания, а сегодня как-то действовал на вас и вообще на команду вот ответственность, что на кону был выход в финал четырех Евролиги, как-то это... How does it that you know that if we lose the game, we will not come to Final Four? Did you think about this when you play the game? Do you have any pressure? No. I think we're pretty confident on our home floor. We knew that we just needed to come out and play aggressive. We didn't really play that aggressive in Bourges. It was two different games. And like I said, like we have the fans behind us here in the court, so we just feel more confident here. Ну, дома домашняя площадка помогает. И, ну, это, конечно, разные игры. В Бурже играть и дома играть. Поэтому они себя очень комфортно чувствовали. И ничего не мешало. Вопросы есть, Эпифания? Давайте отпустим игрока. Я не знаю, там где-то льва воды. Пожалуйста, ваши вопросы. Гунда Света. Ну, прокомментируйте ход матча, довольны ли результатом? Я начну по-другому чуть. Во-первых, я хочу поздравить город и организацию. И я думаю, что эта команда, которая здесь собрана на сегодняшний день, радостно то, что они отчасти делают чуть историю баскетбольную города, уже выигранный кубок России, и сейчас выход в финал четырех Евролиги, и я хочу с этим поздравить и город, и болельщиков. И сегодня, если вы знали, насколько была как бы тоже активная и сильная поддержка в Бурже, вот поддержка наших болельщиков нам сегодня была очень важна и очень сильно помогла. Что касается игры, Пив правильно сказал, что дома сегодня мы играли намного, скажем так, агрессивнее в обоих концах и в нападении, и в защите, чем в предыдущей игре в Бурже. И естественно, при такой поддержке болельщиков мы здесь себя чувствуем более комфортно и более уверенно, может быть, чем на выезде. Но, опять же, я хочу отдать должное команде Бурж. Нам попался очень тяжелый, очень сложный противник, очень опытный именно в Евролиге, опытный в евролижных таких боях. И я скажу, что серия была очень тяжелая и достаточно нервная тоже. И я благодарен и хочу поблагодарить девчонок за ту самоотверженность, которую сегодня они некоторые, я вам не буду вдаваться там в подробностях, но некоторые, может быть, даже через силу сегодня сыграли здорово. И поэтому я им очень благодарен и поздравляю их и считаю, что они заслуженно вышли в этот финал четырех. Пожалуйста, вопрос еще. Вопрос такого плана. Что сделает Гундар Светра, если Динамо вдруг, еще раз скажу, вдруг выиграет Евролигу? Что сделает в первую очередь Гундар Светра в этом случае? Вы уже похожий вопрос мне раз задавали, только в обратном направлении. Я отвечу так же, я буду очень-очень сильно рад. И, наверное, слово «вдруг». И если как-то, оно, наверное, неправильно, потому что мы в этом сезоне доказали, что мы можем и готовы обыграть любой соперник. И я не думаю, что мы едем там туда, на этот Final Four, аутсайдером или как-то там сразу готовы выбросить белое полотенце. Мы едем туда на тех же правах, как остальные четыре команды, и едем туда бороться за выигрыш в Евролиге. Еще вопрос, пожалуйста. В прошлый раз вы сказали, что в Бурже вы еще ни разу не были. А как насчет Праги? Это счастливый год для вас? Ну, в этом сезоне видели, у нас на сложилось так, что мы там игру выиграли, и я думаю, что пока что счастливый. Я думаю, что Прага, может быть, и не есть самое плохое место для финала четырех, поэтому я думаю, что, опять же, повторюсь, будем готовиться, будем думать, как туда ехать, и как этот финал четырех по возможности выиграть.
А с УГМК вы уже в этом сезоне сыграли 3 матча. Впереди матч в воскресенье и в полуфинале в Евролиге. Каково это играть за короткий промежуток времени, 5 матчей с одной из лучших команд мира? Наверное, случай. Вы знаете, да, этот вопрос вот тоже сейчас, наверное, нам предстоит 1.5 дня до следующей тренировки. И, наверное, нам надо решить, каким образом подготовиться к этой игре, которая у нас сейчас следующая игра 15 числа, и как ее играть, и какие цели на эту игру ставить. И я думаю, что и параллельно как бы думать уже о игре в финале 4, поэтому понятно, что сложно, еще отвечаю, как играть с такой командой, сложно играть, и еще намного сложнее их обыгрывать, но поскольку нам 2 раза это удалось, я думаю, что у нас есть все шансы где-то еще раз их где-то зацепить. Еще вопрос есть? Ну тогда давайте поздравим нашего тренера. Нет, я вас всех поздравляю, спасибо большое.